nostalgie. On se ressemblait. Меня зовут Макс Пейн. Мою жену Мишель и маленькую дочь убили люди, связанные с распространителями наркотика «Валькирия». Я хотел найти убийц и подобрался слишком близко. Меня подставили, обвинили в убийстве. Мне стало нечего терять. Я ушел в холодную зимнюю ночь на поиски мафии. Первым на моем пути встал Винни Ганитти, мелкая сошка из тех, кто срывает злость на девочках по вызову. Узнав у него все, что нужно, я оставил его истекать кровью. Потом, в ночном клубе «Рагнарёк», я встретил Мону Сакс, наемную убийцу. У нас была одна цель – муж ее сестры, сволочь и садист. И меня тянуло к ней, вопреки всему. Затем я заключил сделку с Владимиром Лемом. Он помог мне добраться до шефа мафии только для того, чтобы я понял, что прыгнул выше головы. В деле было замешано правительство. А потом некий Альфред Уоден раскрыл мне имя моего врага – Николь Хорн. Уоден и Хорн оба входили в тайное общество под названием «Внутренний круг». Это она стояла за торговцами «Валькирии» и за убийствами. Оказалось, что моя жена случайно видела документы, подтверждавшие вину Хорн. Уоден обещал мне, что избавит меня от суда, если я уберу Николь. Я шел по следу, а заместитель моего начальника Джим Бравура шел за мной по пятам, по оставленным мною гильзам. Я давно перестал слышать звуки выстрелов. В моих ушах звучал лишь плач умирающей Мишели. Мона присоединилась ко мне в этой войне и получила из-за меня пулю. Ее тело скрыли от меня двери уезжавшего лифта. Я убил Николь. Я сдался полиции. У меня хватало улик, и я знал, что Уоден сдержит слово. А я лгал себе, что все закончилось. Но я был жив, а моя семья мертва. До конца было еще далеко. Доброго времени суток, зрителям, включаем гостям нашего канала. С вами Росси, это рубрика «Ностальжи» на канале «Ролигейм Онлайн». Ребят, я очень-очень разочарован. Ребята, вы просто режете меня без ножа. Где ваши просмотры, где ваши комментарии, где ваши лайки? Это самое главное. Нельзя так, ребят, нельзя так делать, нельзя вот так вот. У меня вот просто вот аж дышать трудно. Друзьяшки вы мои закадычные. Значит, сегодня мы с вами играем в игру Max Payne 2. Игра вышла в 2003 году, издателями ее были Rockstar. Или принимали участие, как вам лучше, такие, в принципе, это воспринимайте. Сегодня мы немножко в нее поиграем, не будем проходить там миссиями, потому что я, честно, не помню, когда я последний раз в нее играл, наверное, тогда, когда она еще только вышла. Да, я настолько стар. В общем, немножко побегаем, посмотрим историю, постреляем в замедлении, попрыгаем там, пум-пум-пум-пум-пум. То есть, я думаю, получится хорошее видео, хорошее и недолгое. Ну, в принципе, начинаем играть. Новая игра. Выбор режима игры детектив. Начальный уровень сложности, к сожалению, я не могу. Остальные, потому что нужно попроходить. Ну, я думаю, нам это не нужно. Тьма в себе. Черт, не вышло из меня сильной женщины. Они все мертвы. Любовь убивает. Любовь. Что я мог сделать? Прошлое как провал. Сколько ни беги от него, бездна за спиной будет только глубже. Все страшней, все ближе. Выход один. Заглянуть туда. Мы на месте! Повторяю, мы на месте! Словно заглянуть в собственную могилу. Проверить местность! Не стрелять! Словно поцеловать дуло пистолета, где пуля дрожит от желания снести тебе голову. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения, зрачки расширены, травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию. Быстро! Не реагирует. На нем вообще живого места нет. Мы его теряем.
Сегодня я очнулся в больнице и подумал, что хуже быть уже не может. Потом открыл глаза и все вспомнил. Она была мертва. Боль. Мое преступление зияло за спиной черной бездной. Прочь. Бежать. Бежать как можно дальше. Мир рушился, и я бредил. Прочь оттуда. Ребятки, вот и закончилась заставка. Я специально ее не пропускал, чтобы мы с вами посмотрели мини-фильм. Макс Пейн. Беги, Пейн, беги, Форест. Экс. Собственно, управление, ребятки, ВСД, плюс мышечка. Ого. Здесь кто-нибудь. Это я дверь открыл. Макс Пейн, брось оружие. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? Вот это он ее заколбасил. У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда боль. Дом Пейна. Это доктор Магдалана, неотложка. Освободи Дикуеву, которую я резервировала. Сотрудница, которую мы ждали, скончалась по дороге. Ее везут в морг. И че? А, ну кнопка есть взаимодействие. Двери открываются просто толчком. Пистолет. Пейна я уберу. Считайте, он труп. Полиция Нью-Йорка. Не с места. Нашел его. Господи. Ой. Это зашло слишком быстро. Эффектное замедление. Так, теперь у меня два беретта. Что-то пробел прыгать. Ага. Shift это замедление. Точнее, прыжок с замедлением. Просто правая кнопка мыши, это просто замедление. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейн! Уинтерсон! Такие галюны страшные, ребят. Плохо быть Пейном в этом случае. Но зато круто, что ты можешь замедлять время. Вот, знаете, мне почему-то напоминает сразу фильм «Матрица». Лифт. Поехали. Кататься. Эй! Джим Бравура. Никуда ты отсюда не уйдешь. Что случилось? Это твоих рук дело. Отдел внутренних расследований дышит мне в затылок. Это ты? Ты убил ее? Нет, я не могу. Как его изрезали в копу? Да, твою мать! А? Приходили за мной. Это моя вина. От прошлого не убежишь. Будешь только бегать по кругу. Пока не упадешь в ту самую пропасть, из которой пытался выбраться, только на этот раз она будет еще глубже. Ребятки, вы оценили этот полет баллона, как будто запустили ракету с Байконура просто?
Я пытался убежать от прошлого, перечеркнуть его. Уинтерсон была мертва, а я стал убийцей. Уинтерсон — это кто, я не могу понять, это что, коп, что ли? Нет, неправильно. Началось все до больницы. Тогда роковой шаг уже был сделан. Мосты сожжены. И дальше было только хуже. Вспоминать точно, собирать разбитое зеркало. Осколки режут руки, отражение дробится. Сам меняешься. Так можно сойти с ума. Или обрести свободу. Вы там! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Вспоминаешь какой-нибудь пустяк. Не пошел сразу домой, заболтался с коллегой и видишь, что это, оказывается, был выбор. Оцепить здание! Перекрыть все выходы! Целуя ее, я думаю, как жесток закон причинности. И где подкрепление? Звони в центральную! Всех, кого можно, сейчас же сюда! Мне страшно. Но я снова с самого начала прослеживаю свой путь к месту преступления. Всю игру они будут показывать, как они целуются. Нью-Йорк, накануне вечера. Я жаждал понести наказание. Но Альфред Уоден сдержал слово. Смешно сказать, его трудами я вышел из бойни без потерь. Даже героя. Благодарить было тошно. Я бросил отдел по борьбе с наркотиками. Вернулся на прежнюю работу, в нью-йоркскую полицию. Сообщение о стрельбе на складе. Подтвердите. Принято. Еду. Вас поняла. Детектива из отдела убийств туда не звали, но адрес был знакомый. Хозяин склада Владимир Лем. С этим представителем преступного мира мы были давно знакомы. Словно братья по разные стороны баррикад. Так он однажды сказал. Наконец-то закончилась заставка. Нет, еще одна. Ребята, я не пропускаю, потому что вы должны прочувствовать эту боль, прочувствовать эту любовь, эту историю. Вот эти шикарные фары на этом автомобиле. Вы должны это все увидеть. Помогите! Нет! Дайте подкрепление. Оставьте. Они вооружены и, возможно, есть заложники. Вас поняла. Подкрепление высылаю. Я иду внутрь. Я иду внутрь. Выкинул полную обойму, скорее всего. Ну, в общем, суровый парень, суровый. Кстати, на 2003 год игра шикарная. В прошлом я ничего сделать не мог, поэтому просто следил за дорогой, не глядя в зеркало заднего вида на жертв. Я решал мелкие проблемы, расследовал преступления других людей. Так, что тут, билет? Блин, не успел посмотреть. Сдохни сюда! Стоять! Нет, так, о боже, значит, Шарон, милая моя. Беретта. Нет, удар, нет, это типа кулаком, что ли? Вообще надо кнопки все попробовать. Ага, F. F это, короче, удар прикладом. Так, полиция. Эй, полегче. Я тут просто убираюсь. Чё по закону, чё слово. Я работаю на фирму «Чистка до блеска». Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет. А, стойте. Вы имеете в виду сверху, из оружейной мастерской? Отведи меня туда. Живо. Конечно, если вы так этого хотите. Не нравится он мне. У вас копов работа. Все, что от вас надо, прибыть на место преступления, немного осмотреться, убирать всю грязь, мозги, кишки и дерьмо приходится нам. Я детектив. А, тогда вы понимаете, о чем я. Вам достается всеобщее уважение, а нам что? Точно. О, да, вы понимаете, о чем я. Мутный какой-то, мудак он. Мне не нравится. Можно его просто пристрелить? Просто так вот. Смотрите, как я так вот поворачиваюсь, я все равно за ним слежу. После вас, детектив. Это почему же? А ну просто иди ты. Покажи, как пройти наверх. Как Падла. Хотите, детектив. Как хочу, иди. Это коп, стреляй в него! Ах ты! Стреляй!
в затылок, подбородок ему видели в замедлении. Просто лайк за это обязательно. А кому он кричал? Ах ты, падла, белобрысая. Опа! Бэм-бэм-бэм. Не, вы увидели, как преступники красиво переоделись в уборщиков. Конечно, вот замедление вообще бомба. Вот просто, просто класс. Я хочу уехать отсюда. Мне здесь не нравится. Они угнетают меня. Я хочу уехать. Так. Вообще-то я человек мирный. Но как же меня бесит, когда они так делают? Ну что, готовы сейчас, как в фильмах про Рэмбо? Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. За один залет, ребята. Хопа. А как он модно все-таки перезаряжает свое оружие. Это просто шик. Текс. И куда? Ни карты, нифига, блин, нету. Они на втором этаже, сюда. Сюда нельзя. Тогда я соберу ребят и посмотрю, чтобы все было убрано. Тела, кровь, отпечатки, волосы, обоймы, гильзы. Как вы там убрали обоймы, гильзы? На вид это было похоже на оружейный склад, только обчищенный. А ну-ка в зеркало, красавчик. Что тут? Такс. На автоответчике было сообщение. Это Энни Финн. Я не могу подойти, так как собираю разные убийственные штучки. Оставьте сообщение после сигнала. У вас одно новое сообщение. Энни, душка, это Влад. Быть оружием в твоих нежных руках – все, о чем может мечтать мужчина. Извини, я не смог прийти, как обещал, возникли проблемы. Не волнуйся, но следи, чтобы никто к тебе не забрался. Если с тобой что-нибудь случится, хоть что-нибудь, только свистни, и я буду у тебя. Походу, она не успела свистнуть. О, шкафчики, шкафчики можно открывать. Хорошо. Боекомплект, наверное. Вот это классно, ребят. В смысле, можно и такие шкафчики открывать? Бери это. Я не знал. Не, ну может я, конечно, знал, когда было молодым, но знаете, уже как бы память не к черту. А тут что? Закрыто. Нет, это телефон. Слушайте, так оказывается, я много попропускать мог. Значит, оружейный склад, который полностью обчистили, и нету никакой пушки для честного копа? Режете без ножа. Что здесь? Посмотрите, даже можно кран включить. Обалдеть! Шикарно. Это только я закрываю-открываю, да? Здесь ничего такого нельзя. Смотрите, как он встречал свою смерть. Типа, не трогайте меня. Он не ожидал, что сейчас зайдет бравый детектив Пейн. И в два стручка, то есть в два пистолета ему сделать на казушке. Тут. Все, я теперь буду каждый ящик открывать. Опа. Патроны. Видите? Так, пусто. Пусто. Тут закрыто. И это. Да. Оба закрыты, к сожалению. Так, сюда. Нет, не сюда. Что тут у нас на столах? О, что это? О, аптечка одна. А тут что? Патроны на дробовик. Я сейчас все теперь буду обладать. Пусто. Так, тут что? Еще одна аптечка. Только как ее использовать, я не знаю. Но я думаю, что я настолько крутой парень, что мне это не пригодится, ребят. Мне трудно. Я где-то слышал. Слышал где-то голос. Я сказал тебе сесть. Ну, болеутоляющий. Это что? Ничего. Тут закрыто. Тут ничего нельзя. Значит, сюда. Хватит трепаться. Кончай с ней. Эй, на нас же напала эта шпана. Вы их перебили. У меня нет к вам претензий. Слушайте, я работаю на Владимира. Ни на кого ты, крошка, не работаешь. Что вам нужно? Мы можем... Полиция, бросить оружие!
пришей ее! О, нет! Как и все плохие события в моей жизни, это началось со смерти женщины. И я не мог ее спасти. Саним, не дай ему уйти! Что там, господа, не ожидали? Добрейший вечерочек. Ага. Ага, камеры. Пресс. Это что? Так, у нас есть еще Ингрэм. Это типа, наверное... Зараза, опа. Смотрите, это он с этой пиздой. Падла, живой. Нет, вы знаете, что-то мне не нравится с этого. Мне больше с пештиков нравится стрелять. Более утоляющее, я думаю, мы потом попробуем использовать. Пока не... Ну, пока сейчас их... Выжил, падла. Да, ну не сразу у меня получилось, конечно, их за один присед завалить, но, ребят, я не расстраиваюсь. Так, что тут у нас? Помповое ружье. Давайте попробуем с помпой побегать. Ну давай, давай! Наконец-то. Эй! Мона Сакс. Мона? Макс, нам пора перестать встречаться таким образом. Мона? Дикая сучка, ну иди сюда. Если ты думаешь, что тебе ничто не грозит, это просто самообман. В лучшем случае, ты просто умер. Молния может оживить тебя без предупреждения. Ух ты, блин. Вот уроды. Ух, нифига. Падлы, как я. Где они там, убежали? Да, убежали. Сволочи. Знаете, как было в фильме? Что за суки воруют макак? Сейчас я пойду за ними. Где мои два пистолета? Подкрепление прибыло. Но уборщики уже удирали со всех. Ух ты, блядь, нихера себе. Падла, получил. Перезаряжай патроны, Макс. Не знаю, почему у меня откуда у меня эта конченная привычка перезаряжаться после каждых выпущенных пуль. Ребята, как активировать аптечку? Ёлки-палки. Мне нужно активировать аптечку. Давайте разберемся. Так, нет, перезарядиться. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. А как-то схавал, не понял как. То ли тап, то ли что. Ладно, главное, что я ее схавал, и она мне немножко облегчит мои страдания. Надо аккуратно. Соединить их. Серьезно? Последняя сохраненная игра, нажмите F9. Обалдеть, а последняя сохраненная игра у меня была в самом начале. Ребят, ну знаете, это, наверное, знак. Это, наверное, знак, это, наверное, судьба. То, что, типа, мол... Не надо тебе играть в эту игру, парень, ты слишком для нее тупой. Вот раньше умели делать игры, да, вот непредсказуемый поворот событий. То есть ты такой идешь, вроде мочишь врагов, а оказывается на тебя может какой-то дебил на каре столкнуть ящики, тебя ящиками может провалить, как бы, и все, это же ЖВП. Очень жалко, что так получилось. Ну, у меня видео всегда были нестандартные, во всех почти моих видео я постоянно во всех играх по-крупному отсасываю. Ну, как бы вернемся к изначальной задумке по поводу этой рубрики. Ребят, хотел показать игру Max Payne 2. Я надеюсь, я ее показал. И это означает, что во всех старых играх, прежде чем что-то делать, куда-то идти, будьте более внимательней. И потому что раньше игры делали более сложнее. Это сейчас одна казуальщина пошла. Нажми одну кнопку, и одной кнопкой делаешь 58 действий. Здесь помимо того, чтобы стрелять и целиться, и следить за историей, еще нужно следить за своей башкой, куда идешь. Чтоб тебе на голову не упали ящики, которые какой-то идиот на каре столкнул.
С вами был Росси, это была рубрика Ностальжи, канал Роли Гейм Онлайн. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно лайкайте. Ребятки, чем больше лайков, тем быстрее будет выходить видео. Я стараюсь для вас, поддержите, пожалуйста. Всем пока и до скорых встреч.